Глава республики Рашид Тимрезов с начальником главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии Александром Голоколенко обсудили итоги работы управления за первое полугодие текущего года, в том числе по ликвидации последствий стихии. В настоящее время уполномоченными органами исполнительной власти республики во взаимодействии с администрациями муниципальных образований, попавших в зону ЧС, проводится работа по оценке ущерба, нанесенного природной стихией. Рашид Тимрезов поблагодарил всех сотрудников аварийно-спасательных и коммунальных служб, дорожников, работников лесхозов, сотрудников администрации и всех неравнодушных жителей республики за ту работу, которая была проделана в ходе аварийно-восстановительных работ. Также в ходе встречи обсудили комплекс мер по обеспечению безопасности жителей и гостей республики в летний период, на особом контроле у сотрудников МЧС, объекты отдыха и оздоровления детей, зоны купания, объекты сельскохозяйственного назначения, а также места проведения выпускных вечеров. Стороны договорились, что министерство совместно с главами местного самоуправления подготовит предложение по организации мест безопасного отдыха на воде на территории зеленых зон, о которых говорилось в ходе ежегодного доклада послания Народному собранию. Еще одна важная тема – профилактика и оперативная ликвидация лесных пожаров. На данный момент ситуация спокойная. Как отметил Александр Голоколенко, органы управления силы и средства республики к реагированию на случай лесных пожаров готовы.